Короче, ни разу не слышал, Декожу, предсказываю. Короче, песня, ну как вы уже услышали, гитара там будет такой. И она такая, ну что-нибудь там, счастье, мы и любовь. Ну короче, вот такая хуёвина. И короче, весь клип будет про то, как они с друзьями, блядь, наслаждаются компанией друг друга, блядь. И там будет наверняка солнышко, где-нибудь на газоне лежат, нарезка, блядь, джамкатами, типа. Как на песне. И там, да, нам так клёво. Блядь, нигде не слышал, поехали. Ни разу не видел такую идею. Поехали, поехали. Ну я просто по первым кадрам сразу все понял, отвечая сразу же. Поехали. А это типа постпанк. Ну, в принципе, суть-то не меняется, но просто направление немножко перепутал. Ну, постпанк какие. Ой, пост, как это? Ну, постпанк, да, по-моему, называется. Очень хороший проигрыш, как в этот самый. Как эта игра называется, блядь? Guitar Hero, блядь. Примерно похоже, что минуту приготовиться, блядь. Минуту идет разгон, блять, я не могу нахуй. Почему так сложно это понять? Ну вот, блять, примерно счастье! Бля, я половину слов не понимаю, у вас, ну, вокал настолько утоплен, блядь, в этом самом. Просто я понимаю, ребят, сейчас будут душнить. Вот когда вы берете, допустим, «Молчат дома» какие-нибудь, да, группу известную, вот у них, короче, у них же тоже это самое, у них тоже постпанк и тоже голос, он всегда утоплен, но они компенсируют это большим ревербом, понимаете? Типа, да. У тебя идет эхо такое длиннющее, ну, я так, для людей, которые не понимают, эхо идет такое, и поэтому слышно четко слова, а у вас просто... Вот примерно вот так я слышу. Ну ладно, ладно. Чё навсегда? Вот чё до этого вы сказали? Навсегда что, блядь? Кто может понять? Они-то кто, блядь? Держи за руку! Ну-ну-ну-ну-ну, вот я о чём говорил. Ага. Некуда убежать, правильно говорить. Как-то никуда убежать, блядь. Как можно так сказать? Некуда, блядь, да что ж вы нахуй? Бля, охуенный припев, мощный. Они не поймут, что мы сейчас за руку возьмемся и убежим. Убежим, некуда убежать нам, но мы за руку идем. И они не поймут этого, бля, мощно, пиздец. Идея хорошая. Угу. Чё, блядь, да я не... Блядь, что вы мне пытаетесь сказать? Там, наверное, что-то важное, блядь, но ни слова не понятно. Бля, похоже, знаете, вот этот момент на Буратино. Ну, блядь, реально вайб такой. Буратино! Да-да-да. И как же без припева, блядь? Мы без припева жили буквально секунд 15. Вот припев закончился, надо покричать «Буратино» и погнали второй раз припев. Нам же не запомнилось, блин. Да-да-да, давайте второй раз. Давай. Я считаю, что после этого припева еще можно постхук сделать, где просто проигрыш какой-нибудь, яма и снова припев разок, блин. Надо еще разок, блин. Чего? А, блин, что? Вот сейчас что не скажу, вот сейчас, что за предложение было? Вот после никуда, вот что там за предложение было? Никуда! Блядь, сука, может в этом смысл, блядь? И еще припев! Маловато, блядь, припева было, здорово. Проигрыш одну минуту идет потом. Мы возьмем за ручку, побежим туда-сюда, никуда, нам некуда, туда-сюда.
потом идет снова Буратино, да, постхук, значит, идет такой проигрыш. Там Буратино, бур, и снова некуда бежать, мы с тобой за ручку, некуда, мощно, потрясающе.